Интересное местечко, конечно. Это место называется Доброти. Здесь можно попить чая. Здесь большое разнообразие чая. Вот для примера, вы можете что-то попробовать и потом купить на развес. Здесь также есть пирожные, печеньки, можно немножко перекусить. Даже вот спайси чай есть со специями всякими. Очень интересно. А что это за бутылочка такое? Не знаю, эссенции какие-то, да? Короче, это как тербала. Как она? Хатшат. Хербал, это травяная. Травяная. Травяные витамины, да. Добавка какая-то. Здесь какая-то посудка. Наверное, можно купить эти наборчики для чая. Потому что здесь, я не знаю, 30, 50 или более сортов чая можно попробовать. Вот у нас такое местечко. Видите, все занято. 9 вечера, и мы выбрали просто сидеть и смотреть на уличку. Итак, приехали мы в чайный магазин и кафе, и в чайный одновременно. Вот устроились мы так вот за окном. Вот мы решили тут чаю попить. Ну что, расскажешь в двух словах, как тут это происходит, ну, дело? У меня белый японский чай. Так. Вот приносят колбочку, она нагревается постоянно. И когда ты выпиваешь, а там что там, чай, там свечка, да, внизу? Да, свечечка, подогревается водичка. Когда ты нагреваешь, когда ты выпиваешь свой чай, ты снова завариваешь, смотри, и официант рассказывает про каждый чай, сколько нужно заваривать. То есть мой чай нужно одну минутку держать. А у тебя какой чай? У меня японский чай бриллиант. Да, зеленый, наверное. Вот, и сказали, что его 30 секундочек только надо заваривать. Так, а у меня получается чай, ну да, тоже зеленый. Так, из-за ну, сори, ребята, камера не сильно фокусируется, потому что вечер. Если вы попросите отдельно про этот кафе-магазин вот снять видео, то мы сделаем днем. Название, нет? А там, там написано... Байму какой-то, да, у меня. А у меня остается только догадаться. Так, а цена? $5. По $5. $5. Вот такая вот, если вы завариваете такую маленькую чашечку, то $5. Есть более большие. Тогда, принесут, да, да, тогда она стоит где-то $6-7, но нет, его уже можно пить на двоих. 4,45 и $5. А, ну вот. Ну, вот. Такие вот дела. А можно взять один, например, на двоих. И тут вполне хватит, мы еще обопьемся. Он горячий, потому что он двойной. А, да, точно. А, ну окей, ладно, все. Ну что, ты попробовал свой, да, чай, бриллиант? Я попробовал японский чай. Это что-то такое, что я никогда еще в жизни не пробовал. Я даже не знаю, чай ли это вообще. Так вот. А что, как это можно выразить? В общем, я это не умею выражать, но в следующий раз я просто возьму книжечку и дай-ка прочитаю, что это дай-ка за чай. На, ты попробуй. О, да. А, а да? Что это за запах? Я говорю, это... Зеленый чай. Я бы сказал, это какие-то просто травы с какой-то горы. Знаешь, немножко запах, мне как кажется, бы кукурузы. Вот как вареная кукуруза чуть-чуть. Сейчас я твой попробую чай. О, такой крепкий. Ну, твой, как бы я бы сказал, зеленый чай с вкусом черного. Ну, такой, да, у тебя сильный. Угу. Какой-то на. Мне как раз на ночь не надо. У меня такой более легенький чай. Что-то среднее между зеленым и травяным. Так, все. Да. Будем наслаждаться. Вот еще кто-то. А, кстати, вот смотри, если приехал. Вот нам еще дали такой колокольчик. А, да. И когда хочешь сделать заказ, звонишь в колокольчик. Да, когда и... ты готов, да, звонишь в колокольчик.
Ну что ж. Ну, классная картинка, хорошо смотришься. Там улица, Эшвилл, японский чай, да. Так что вот, все. Всем бай-бай.